на той стороне луны, одни среди тишины, забытые нами сны живут. И глядя на звездный мост, мечтают они всерьез, что, вспомнив о них, однажды за ними придут. Что, вспомнив, за ними придут. На той стороне луны полеты запрещены, пилоты сокращены в запас. Аэродром в пыли, пару дней до земли. Но если по правде, желание без крыльев не нас. Желание без крыльев не нас. По отношению к этому человеку, потому что, во-первых, мы земляки, во-вторых, это женщина, в-третьих, это поэтесса, великолепная, потрясающая, необычная, всегда со своим очень свежим взглядом на мир и со своей музыкальной вот этой необычностью ее. Наша гостья из Москвы Раиса Нур.